Девушка, девушка, а вы правда с синими волосами? Я родилась с синими волосами! Ребята, наступила весна в Москве, радуемся жизни! А можно я с вами поеду? Да, можно, садись к нам! Бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. О, вижу тебя, влюбляюсь немножко и смущаюсь я. Краснею я, бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. О, вижу тебя. Эй, о, пацаны, пацаны! Пацаны! Короче, все думают, что я дурная какая-то. Но так оно и есть, вы что, не знали, что я дурная? Приехала на корпоратив, ребята, и наконец-то я взяла с собой камеру, потому что я постоянно забываю ее брать. За это меня Саша ругает. Это мой диджей. Салют, я съел всю еду. Он съел всю мою еду. Вы слышите по моему голосу, что его у меня нет, поэтому сегодня я буду петь под плюс. Это секретная информация, которую вы теперь знаете. Это твои секьюрити. Посмотрите на них. Короче, пришли сюда меня охранять, потому что за мной очень много народу ходило. Вот, и сейчас они будут меня сопровождать до машины. Бамблби. Блин, да. Играет моя интро, они меня узнают по нему, ждут. А я так не могу. Погнали. Вы готовы? Есть шанс впереди тебя додвинуть. У меня было плохое настроение, когда я только выходила, я не знаю, заметили вы или нет, но сейчас оно супер поднялось, потому что все пели, все прыгали, танцевали, и это супер круто, очень круто, поэтому, блин, я очень благодарна за то, что вы у меня есть и за то, что слушаете мои песни. Убери свою камеру. Ты можешь на людей не сигналить. Да, газу, газу, давай, что ты? Давай совсем вправо и объезжай их всех, давай, газу. Через 600 метров после моста. Держитесь левее. Метро. Метро тебе? Ты тут уже мокро сидишь. Через 600 метров. Короче, ребята, я распятый в жизни за рулем. Мой директор просто берет и сбивает меня на дороге, создает аварийную ситуацию. Сигналит, открывает люк, ругается на кого-то, мигает. Мы записываем партии друг другу в треке. Ты можешь как-нибудь ему это насолить? Он меня нагнал сегодня просто. Сказал, что я непопулярная. Включи ему роли на руке. Да, его включи. Зай, сейчас, 5 секунд, зай. Роли на руке, так, я не жду за пару. Роли на руке, так, деньги в налике. Роли на руке, я на будке, как ты поп. Все. Давай заново. Пожалуйста, заберите Мию отсюда. Тебя все равно никто не знает. Такое ощущение, что она где-то... Такое ощущение, что она потерялась в садике лет 10 назад. Ну, и все, и там и осталось. Я тебе придумал уже песню. Давай. Ну вот новая. Давай, народный. Давай. Ведь будет такой бит. Да, 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 да. Это в твоем стиле. Давайте поснимаемся. Летит кусок, позади крики посуды.
погрузит кого-то. Самолеты чип дают пацанам стимул. Это суета на вид, дабы каждый так смог. Ребята, пишите в комментариях прямо сейчас, что вы хотите, чтобы я послушала в следующий раз. Вы спросите, Миюха, а что ты делаешь всякий раз, когда Саша такие... Блин! Классно, мы вышли с вами, правда? Что ты делаешь, Миюха, каждый раз, когда Саша Текила уезжает из города? Правильно, я беру его водителя. А, беру нагло, как своего просто. И еду, куда хочу. Димон, ну что, куда мы поедем сейчас с тобой? Тусить. Тусить? Да. В клубешник? Да. Какой? Наивцу, реально. В Барвиху, Лукшари, Лакшари, Вилоч отменить все свои дела и вести меня на концерт. Что тебя побудило? Ну, вот я могу вам отказать. Блин, вот сейчас самое время влепить лайк. Чисто за Димончика. Даже не мне, даже не моим... Не только лайк, все, комментарии можно написать. Дима знает, Дима знает. И подписку. Держи, Дима, это тебе за то, что ты нас везешь. Просто, ребята, прикиньте, Дима отменил все свои планы, футболы, не футболы, и просто везет нас на мое выступление. Все ради вас. Единственный выходной, он же с вами. У меня нет слов. Здрасте. А чё сидим, спасибо, молчим? А чё ты не здороваешься? А чё вы не здоровы? А я веду вообще-то прямой репортаж. С места событий, так сказать. Я не знала, но я приехала в ту локацию выступать, где снимать, к сожалению, нельзя, потому что тут живут богатенькие люди, так сказать, с охраной. Нет, поэтому, так сказать, я сейчас уберу свою камеру в сумку глубоко и ничего вам не покажу. Сорян. На обратном пути поговорим с Димой. О чем?
ладно, я пока не придумала. Знаете что? Мут по жизни. Подарить Диме орешков, чтобы потом их же есть. Можно? Диме, можно твои орешки? Можно твои. Диме, можно твои орешки? Дима, а это что, у тебя тут лавешка? Да. Ты так сегодняшний мой концерт? Слушай, тебя свозил. Добрый, ну, пожалуйста, я заработал. Что? Ты мне не сообщала, что ты такой дорогой. Если бы твои услуги, я знала, что ты не дорогой. Бразерс Компани, пожалуйста. Оно с комфортом, с орешками, пожалуйста, яблочко. Орешки мои. Яблочки тоже тебе из моей гримерки. Дима Машля выворачивает свою сторону. Бизнес-класс. Да, кстати, а это бизнес-класс, ребят. Кадиллак – это бизнес-класс. А если, допустим, ты будешь вести на Жигулях, либо на девятке, это тоже премиум считаться будет? А я поняла. Его еще встроенная опция. Давайте повторим. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик. Вот за это я отдала сейчас тебе свой гонорар, за то, чтобы он сказал: подписывайтесь, ставьте лайки и колокольчик. Владимир колокольчик. Короче, если тебя Саша уволит, или ты уйдешь на пенсию, или ты лучше сам уйдешь, так сказать. Сань, видит Бог, это не я. Скажешь типа: ну извини, мне предложили больше. Больше деньги, гонорар. Да. Это не, это бизнес. Это бизнес, братан. Братан. Ничего личного. Отлично. Останемся друзьями. Я буду тебе орехи носить со своих корпоративов. Орехи. Это мало. Можно тебе просто яблоками, грушами возвращать? Это мало. Ну, за чем тебе оплатить еще? Чем тебя Саша кормит? Денег у меня нет, сразу говорю. Но у меня есть огромное желание поработать с тобой. Это не вы, детский влог, говорит. Это не шутка. Мне кажется, это... Шторка должна быть не здесь, а вот здесь. Просто сколько там уже минут я уламываю Сашиного водителя пойти работать ко мне за бесплатно, без тачки, потому что у меня ее нет, за орехи и за фрукты. Все, мил. Рыбки, пожалуйста, орехи, до свидания. Походу не получилось, ну ладно, в следующий раз попробуем уломать его. Это была первая попытка, фиксируйте. Скоро будет вторая попытка. Еще ну, в комментариях ладно. Получилось у нее или нет? Нет, ну ладно, ты не отвечай, подумай, нет. Подумай, главное, хорошо? Значит, не отвечай, нет. Ну подумай. Нет. Тим, ну ты подумай, ну скажи, что ты подумаешь. Нет, ну, пожалуйста. Нет. Твердое. Я думаю, он хотел сказать да, но ради приличия сказал нет, потому что тут лишние люди. Потому что люди. Камера, да. Потому что тут камера, да. Он ладно. Перепутал. Он перепутал буквы. Да, вместо двух букв сказал три. Дадим ему второй шанс. Дай. Я думаю, он передумает. Ладно, меня, короче, вышвыривают. Ладно, пока. Давай, Дим, подумай, ладно? Над моим предложением. Я за мной же нос не задержится. Так сказать, орехи буду носить. Давай, Дим, пока. Короче, ребят, я уверена, что он согласится. Я уверена, я отвечаю, что он согласится со мной работать. Просто ему нужно время подумать, перестроиться, так сказать, найти нужные слова для того, чтобы уволиться от Саши, чтобы сказать нужные слова Саше, короче, чтобы Саша тоже не обиделся на него. Вот, поэтому дадим ему немного времени. И я думаю, что скоро он будет работать на меня. Согласны? Получилось у меня уломать его? Напишите в комментариях.